Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео посвящено проекту нашему долгожданному Infinity Matrix. И показываю, как правильно регистрироваться в проекте. Значит, пишем на русском языке фамилию, имя, отчество. Далее вставляем свой логин, ник. Мобильный телефон прописываем с восьмерки. Действующий мобильный телефон и действующая email-адрес, почта. Далее придумываем пароль, повтор пароля. Нажимаем «Отправить». У вас появится вкладочка «Успешно». Так. Далее, кто будет, друзья, заходить золотым треугольником, нужно будет обязательно другой мобильный телефон и другая почта. После, как я уже сказала, нажать «Отправить», появится вкладочка «Успешно». Это как бы образец. Далее. Так, далее что? Мы входим. Будьте внимательны по электронной почте и паролю. Нажимаю «Войти». И мы попали в кабинет. Здесь сразу наша партнерская ссылочка. Баланс еще по нулям. Ну, надеюсь, мы здесь хорошо заработаем. Вот продолжение будет следовать по активации матрицы. Это все буду писать в видео. Ну, здесь по вкладочкам погуляете. На этом все. Всем удачи, больших заработков. Приглашаю в проект. До новых встреч.